Всем привет, с вами Костя Фест, и сегодня я вам покажу небольшой ролик о том, как я пытался прозвонить провод. Короче, такая тема. У меня гасла то лампочка, если у вас встречалась ли такая когда-то ситуация, то она у меня гаснет, то появляется снова, и с годами у автомобиля просто произошло некое такое трение, и аккумулятор, он никуда не привязывался, как в прошлом на моем каком-то другом автомобиле, который у меня был от японской фирмы, а в корейской не стали привязывать аккумулятор к кузову, он все время болтался. И, в общем, протестировать оказалось без контрольки практически невозможно. Тестером оказалось тоже проблемно. И вот покажу вам свой опыт о том, что электрика в городе своего не нашел. Я научился соединяться с массой кузова и тестером пробивать провод. Но это очень сложно. Прямо, знаете, все-таки, наверное, что-то должно быть немного такое гаражное. То есть нужно поставить машину, разобрать, подумать, а не делать на улице. Потому что я забрал фары, я все снял, проверил контакты, проверил лампочку, поменялось их местами. Снимал 2-3 фары. Короче, я все снимал, я даже разобрал немного передка. Поэтому, если вы вдруг надумаете, вот без контрольки вам никак, и нужно точно знать все соединения и уметь перебирать предохранительную коробку. Без этого никак, ребята. И, в общем-то, я когда вставил аккумулятор обратно, все заработало и даже не стал искать, потому что не было никаких замыканий. Удачи, с вами был Костя Фест, ставьте лайки, пока! Yeah!